Город Арка. Мы приехали вот там наверху Кастелло. Река Сарка. Это красивое здание 15-16 века. Палаццо. Отсюда хорошо виден Кастелло, замок на горе. За 20 минут там было написано, можно идти? Да, но с разных сторон можно пойти. С этой стороны церковь похожа на ту, что мы видели в Бацана Жицероле 2 недели назад. Церковь евангелистская, еще называется церковь. Построена в неоготическом стиле самый-самый конец 19 века. Старый кедр 1872 года. Вокруг него разбили этот парк, в который мы сейчас зашли. Thank you.
вернулись к нашей парковке. Сейчас поедем дальше. Смотрим на гору, на эту, на скалу еще раз. И вон кусочек замка. Этот кадр, придуманный мною,